пора вставать. Все коротышки уже работают. Ай, ничего, и без меня справятся. А я пока что посплю еще немножко. Такого не может быть. Не верю!
раздавит. Что ты выдумываешь? Ничего я не выдумываю. Это Стекляшкин так сказал. Попытайся. Беда. Успокойтесь, братцы. Ничего страшного нет. Разве вы не знаете, что Незнайка фантазер и болтунишка? Что? Что? Все это он выдумал. Понял? Понял.
Палка, галка, печка, свечка, книжка, шишка. Вот здорово! Ну, придумай рифму на слово «пакля». Шмакля! Какая шмакля? Разве есть такое слово? А разве нет? Конечно, нет. Ну, тогда рватля. Что за рватля такая? Ну, это когда что-нибудь рву. Врёшь ты. И рватля. Врёшь ты, всё, такого слова нет. Выдумчик. Нет у тебя способностей к поэзии. Тогда сам придумай. Хорошо. Пакля, вакля, гакля, макля. Тьфу, на него нет рифмы. А, сам задает такие вопросы, на которые нет рифмы. И еще говорит, что я не способный. Ну, способный, способный. Только стань, у меня от тебя голова разболелась. Сочиняй так, чтобы был смысл и рифма. Неужели мы будем спокойно слушать, как не слушать?
Закон.